установили QR-табличку возле Хабаровской достопримечательности. На бордюре возле ясеня Арсеньева появилась табличка, отсканировав которую, можно получить обширную информацию об этом памятнике истории. О непростой судьбе ясеня и задачах проекта «Голос дерева» – наш следующий сюжет. Ясень Арсеньева – живая достопримечательность Хабаровска. Дерево с историей и непростой судьбой. Хотя бы потому, что его часто пытались срубить. Но всегда находились защитники, которые даже на строительных планах отмечали его крестиком как запрещенное к рубке. Считается, что его посадил Владимир Кладович Арсеньев, когда приехал его брат Александр навестить его здесь. На пересечении улицы Яковицкой и Муравьево-Амурского стоял дом Арсеньева, двухэтажный небольшой дом. И на входе в честь брата Арсеньев, старший Владимир, посадил долгоживущее растение. С 1911 года это дерево живет на центральной улице Хабаровска. В его жизни были разные времена. В 90-е здесь были ларьки. Много-много ларьков. И в это дерево вбивали гвозди для того, чтобы прикрутить сюда розетки различные, какую-то инфраструктуру такую техническую. И дерево себя прямо очень-очень плохо чувствовало. И вот вы заметите, что оно такое тут уже трухлявое. Инициаторы проекта «Голос дерева» выбрали формат с QR-кодом по причине того, что если выяснятся какие-то неточности, на сайте поправить или добавить информацию в разы проще и экономнее, чем заменить табличку. Ясень Арсеньева – историческое дерево, вернее, дерево с историей. Таких легенд у нас в Хабаровске, к сожалению, не так много, но мы этим проектом как раз хотим рассказать об этих легендах, историях, потому что не все их знают. У города есть эти истории, и город становится ближе, интереснее, ярче. И вы проникаетесь любовью к этому месту, вы хотите здесь жить, либо вы хотите сюда приезжать, навещать. Ну, я надеюсь, что таких любителей города Хабаровска будет очень много, и в том числе и с помощью проекта «Голос дерева». Виктория Зыкова, Максим Ванаков, Степан Крокус. Смотри Хабаровск. Ну а также ясень Арсеньева выставлен на национальный конкурс «Российское дерево года 2021». До 1 августа можно проголосовать за хабаровского конкурсанта на сайте rosdrevo.ru.